Всем привет! Некоторые находки археологов вызывают огромное противоречие, особенно если они связаны с религией. Сегодня в выпуске 5 противоречивых библейских находок. Но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Приятного просмотра! Надпись Валаама найдена в 1967 году экспедицией Френкина в Иордании в виде кусков слипшейся штукатурки, упавшей еще в древности во время землетрясения со стен святилища 8 века до рождения Христа. Сам текст рассказа имеет более древнее происхождение. Филологически надпись на арамейском датируется концом 2 тысячелетия до нашей эры. В надписи говорится о Валааме, сыне Виоровом. Содержание не имеет ничего общего с библейской историей, но некоторые фразы, характеризующие провидца, точно совпадают с библейским текстом. То есть, это вне библейское свидетельство историчности Валаама. Череп Марии Магдалины. Правда или вымысел? Мария Магдалина по святости приравнена к 12 апостолам. Она одна из самых преданных последовательниц Христа и была вылечена им от 7 бесов. Она присутствовала, в отличие от других апостолов, и на месте казни. Она хоронила Иисуса и была первая, кто увидел его воскрешение, сообщив об этом апостолам. Считается, что Мария Магдалина провела свои последние годы жизни на юге Франции, в Марселе, в небольшом городке Сан-Максимен Ла-Сен-Бом, что в 40 километров от Марселя. Хранится череп и мощи соратницы Христа. Это зрелище поражает всех, кто видит это вживую. Череп Марии заключен в золотой скафандр со стеклянным забралом, который поддерживает четверо ангелов. С точки зрения искусства это прекрасно, но с религиозной точки зрения вызывает много вопросов. Как иудейка оказалась на юге Франции, так далеко от своих корней и родни? Более того, там же находятся и потомки Иисуса, род Мировингов. Возможно ли, что библейские события происходили вовсе не в Иудейской пустыне, а в Европе? Пишите свое мнение в комментариях. Ассуарий Иакова, брата Иисуса и первосвященника Каиафы. Ассуарий – каменный ящик для хранения костей умерших с надписью «Иосиф, сын Каиафы», был найден в 1990 году на юге Иерусалима, в одной из гробниц, запечатанной в 1 веке по рождению Христа. Ассуарий принадлежал первосвященнику, жившему во времена Христа. В ассуарии находились кости 6 человек. Мужчины примерно 60 лет, видимо, самого первосвященника, 2 младенцев, ребенка, подростка и взрослой женщины. Большие споры, которые не окончены до сих пор, вызвал ассуарий с надписью «Иаков», сын Иосифа, брат Иисуса, ставший достоянием общего внимания после того, как был выставлен коллекционером Олафом Голланом. Предположительно, он мог содержать кости апостола Иакова, брата Господа Иисуса Христа. Дом святого апостола Петра в Капернауме. В 1968 году археологи-францисканцы раскопали в 30 метрах к югу от Капернаумской синагоги дом 1 века по рождению Христа. Характер находок свидетельствовал о том, что в середине 1 века частный дом стал использоваться как дом для христианских собраний. Сохранились надписи, в которых Иисус назван Господом и Христом, а также упоминается имя Петра. Дом служил как место христианских собраний более 300 лет. В 5 веке на этом месте была построена византийская церковь. Все указывает на то, что это был дом святого апостола Петра. Но действительно ли в нем жил сам апостол, неизвестно. Галилейская лодка. Найденная на дне Галилейского озера в 1985 году и поднятая в 1986 году лодка, датируемая серединой 1 века, хорошо соответствует евангельским рассказам о плавании Христа с учениками по Галилейскому морю. Подобного рода лодка могла идти под парусом или на веслах, 4 гребца и рулевой, и вмещать до 15 человек. Именно лодки подобного образца использовались широко в тот период. Доказывает ли это, что именно эта лодка являлась той самой, на которой плавал Господь наш Иисус Христос? Конечно же нет. Подобные лодки являлись
неотъемлемой частью жизни огромного числа людей, населявших ту местность в тот период. А на этом все. Спасибо тебе за просмотр. Обязательно подписывайся на канал и оценивай видео. Оставляй свое мнение в комментариях. Мне будет интересно узнать вашу точку зрения по поводу данных находок. Удачи и до встречи в будущем.